Эжвинский жилкомхоз взял на карандаш вопиющий случай. Накануне в социальной сети было опубликовано видео, на котором один из жителей Эжвы запечатлел процесс ремонта улицы Весенней. Несмотря на сильный дождь, дорожники выгружают асфальт и укладывают его на проезжую часть, в то время как асфальтировать дороги рекомендуется в сухую погоду, предварительно подготовив полотно. В противном случае сцепка слоев может оказаться непрочной. Как нам пояснили в местной коммунальной организации, на этом отрезке идут работы по ремонтной программе в сфере теплоснабжения. Подрядная организация «Спецкомистрой» заменила трубу диаметром 530 мм на участке 390 метров. Согласно договору, предусмотрены и восстановительные работы. На дорожное полотно подрядчики ранее уложили слой бетона, а затем асфальт. Как долго он теперь прослужит, неясно, но в Эжвинском жилкомхозе заверили, в случае чего они предъявят подрядчику претензии. Гарантия на качество работ по договору составляет 5 лет.